27 марта в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялась премьера спектакля молодежного театра «Песни Мизгель» «Энилер Хэмбебилер», что в переводе означает «мама и дети». Театр «Песни Мизгель» является постоянным участником студенческих фестивалей. Солисты заслуженно завоевали симпатии слушателей, а коллектив театра «Песни Мизгель» был удостоен награды за поддержание национальных традиций. Так как в ФМК, вы уже сами знаете, больше девочек, выбор был такой сразу, скажем так, легкий. Ну, я очень рад, что мы затронули эту тему, потому что мы воспитываем педагогов, которые станут потом матерями, и не только матерями, они уже педагоги, они как мамы целым классом. Деятельность молодежного театра «Мизгель» направлена на духовное и нравственно-эстетическое воспитание будущего поколения. Исключением не стала эта постановка. Событие происходит в родильном доме. Спектакль поднимает актуальные проблемы сегодняшнего общества. Одна из них – нежелание матери воспитывать своего ребенка. Вот эту тему с большим мастерством и раскрыли артисты. Мысли и раздумья женщины во время спектакля, которая не может иметь детей, заставляют задуматься. Я играю Валентину. Они с мужем очень сильно любят друг друга и ждали ребенка 7 лет. И, наконец-таки, она родила ребенка, и вот она все время под впечатлениями, очень рада ребенку, ждет скорее, чтобы вернуться домой с мужем, наконец-то насладиться вот этим вот материнством. За более чем 20-летнюю историю существования у театра «Песни Мизгель» сформировался свой индивидуальный стиль. Диана Калимуллина, Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз. We'll be right back.